как вы помните, что мы рост у нас есть в двух направлениях, да? А первое направление — это у нас продажи. То есть направление в работе с клиентами. Чтобы вы считали. Будет ли удобно считать? Будет удобно считать? Ага. Вот. Итак, смотрите. Профессиональный уровень продаж, это звездный уровень. Угу. Давайте сразу посчитаем. 16 тысяч умножьте на 0,4. У нас все считается в базовых единицах. Одна базовая единица равна 16 тысяч. То есть это по каталогу в розничных ценах. Да? Прибыль с одной базовой единицы равняется... Сколько получилось? 6400, да? 16 тысяч, да? 6400. То есть все, все у нас в моряке считается, ну да, вот, например, говорит, там доллар в доллары переведите, например, это условная единица, да? То есть у нас все считается, базовая единица называется. Да? То есть, например, вы продали на 100 тысяч, сколько будет базовых единиц? 100 тысяч надо разделить на 16 тысяч. Оказывается, получается 6,25 тысячных базовой единицы. Понятно, да? То есть... таким образом, да, все у нас будет считаться в базовых. Итак, теперь смотрите, сколько, да, например, вам нужно денег зарабатывать в месяц, Нелли? Спрашиваю вопрос. В звездном режиме? Нет. Я вас не спрашиваю про звезды, сколько вы хотите чистый доход иметь в месяц? Ну, 100 тысяч. 100 тысяч, да? Да? Вы? Можно больше? Мало, да? Я не знаю, можно больше? Ну, я вот в среднем взяла 100 тысяч. А вы? Давайте 300 с ней. 300. Молодец, молодец. Вот смотрите, как посчитать объем, да? Например, смотрите, я, например, зарабатываю, к примеру, 40%, да? Я хочу заработать 40 тысяч. Насколько мне нужно продать? На 100 тысяч, правда? Если 40%, да? А мне надо зарабатывать 40 тысяч, да? Но если я продам на 20 тысяч, я могу заработать 40 тысяч? Нет, да? То есть для того, чтобы в моряке не жить в фантастическом мире, да? Иногда люди живут в фантастическом мире, они думают, что они могут продать на 20 тысяч, а заработать 40 тысяч, да? Но такого не бывает. Чтобы заработать на 40 тысяч, нужно продать на 100 тысяч. Теперь нам нужно понять, какой нужно делать объем, да, для того, чтобы... Вам заработать 100 тысяч, вам 300 тысяч. Понятно? Как таковой привязки, да, именно к звездам, да, ну, она такая чисто символическая привязка. Да? Самое главное — это привязка к вашим жизненным целям. То есть 100 тысяч дают вам определенный уровень жизни, да? 300 тысяч дают вам определенное качество жизни, да? Определенную свободу в финансах и так далее. Поэтому мы должны считать. Вот теперь смотрите. 100 тысяч. Ой, миллион написал. 100 тысяч. Разделим на 6400. Ваш объем в месяц 15,6, да, десятых базовых единиц. А куплю до 16, да? Да. То есть, чтобы зарабатывать 100 тысяч тенге, объем, значит, должен быть 16 базовых единиц. Это значит, какие должны быть продажи? 16 умножить на 16 тысяч. Продажи должны быть на 256 тысяч в месяц. Ой, да, в месяц. То есть разделим на 4 недели. Вам нужно продавать на 64 тысячи в неделю. Если вы проводите 5 классов в неделю, да,
Вы сколько дней в неделю планируете работать на реке? 7 дней. Ну, отдыхать тоже надо, да? Ну, 5 дней. Ну, например, 5, да, или 5 дней. Разделим на 5. Значит, в день вам нужно продавать на 12 800, да? Для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч. Понятно? У вас 2 выходных, например, суббота, воскресенье. Остальные дни вы проводите по одному, например, мастер-классу в день. И у вас, соответственно, да, вот такая планка. Угу. Это дневная цель, которую вам нужно выполнить. Если вот это будете делать 5 дней в неделю, тогда вот это у вас будет в кошельке каждый месяц. Понятно? Угу. Хорошо. Теперь рассчитываем вас. Да? Угу. То есть иногда бывает, что люди, они пляшут наоборот от чего-то. Да? Они спрашивают, а сколько вот этот чемоданчик, да, например, ой, хочу в подарок, например, чемоданчик, да, а сколько мне нужно вложить, да? Я говорю, как, ну, для меня, например, нереально бизнес оценивать с точки зрения вложения, да, потому что я не подписывалась на Марикей для того, чтобы вкладывать деньги. Для меня это не бизнес, где я вкладываю деньги. Для меня Марикей бизнес – это где я зарабатываю деньги, да, поэтому я смотрю только с точки зрения дохода. Вот. Теперь мы рассчитываем, чтобы 300 тысяч, да, заработать, это ну, грубо говоря, 16 умножить на 3, да? Потому что 16 умножить на 3. 48 базовых в месяц. Да? В месяц. Нужно 16 тысяч. То есть 768 тысяч это месячный объем. Угу. В месяц. Это оборот. То есть если вы хотите заработать чистыми 300 тысяч, ваш минимальный оборот в месяц должен составлять 768 тысяч. Разделим это на 4 недели. Получается 192 тысячи в неделю. Если мы, да, делим это на, вы говорили, что будете проводить 3 класса, да, в неделю? Угу. 3 класса. Да. Да? Угу. Больше теперь. Если мы делим это на 3 дня, вы, если работаете, по 64 тысячи. 64 тысячи в день. Это если вы работаете 3 дня, да? Если, например, вы работаете 5 дней, 192 тысячи разделить на 5, 38 400 это в день, если вы работаете 5 дней в неделю. Давайте подумаем, да? Ну, сумма приличная, да? Поэтому давайте подумаем, а что можно продать, например, каждый день, чтобы было 64 тысячи? Угу. Ну, я все меряю системами Таймвайз, да? Да. На самом деле, что мы с вами пробовали, да? Что мы с вами пробовали? Это система по уходу за кожей, да? Угу. Если две системы вы продали и один CC-крем, вот, пожалуйста, у вас 64 тысячи. Понятно? Таймвайз, да? Вот базовую систему, которую мы вчера проходили, очищение, дневное, ночное и крем для глаз. Да? Вот, то есть она без CC-крема стоит 29 800, а с CC-кремом она стоит уже 35 400. Да? То есть, соответственно, например, две системы в день, да? И, пожалуйста, у вас... Да? Ваш план выполнен, да? Угу. Одна система в день, если 5 дней работаете. Угу. Понятно? Адекватно, да? Угу. Хорошо. Если вы провели класс, на котором было 6 человек, хотя бы одну систему продали по уходу за кожей, все, вы свой план выполнили. Да? Угу. И, да, или, например, вы можете продать целую систему, а к ней, например, еще щетку и бархатные ручки. То есть это одна клиентка, да, здесь или две клиентки, или одна, но она чуть побольше, да, угу. Там взяла. Например, она взяла систему по уходу за кожей лица
и всю систему для тела, которую пробовали, для сухой кожи. Mm-hmm. Да? Вот у нее тоже получилась такая сумма. Дело в том, что ароматами набрать это достаточно проблематично, да? Да, да. Вот как, да, если работать только на ароматах или на декоре, это, закачаешься, эту да. сумму, да, набирать. Угу, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да. А на самом деле, что такого сложного? Одна система, да, это, ну, минимум там 30, да, там 40, да, тысяч одна система. Одна клиентка, которая берет одну систему. Понятно? Все? Угу. Угу. То есть вы, если у вас такая планка, соответственно, вы должны придерживаться вот этого уровня. Угу. Теперь, когда человек на вот это смотрит, да, это цена вопроса. То есть я, например, говорю, если вы хотите столько зарабатывать, да, то у вас... Возможно, правда? Да, да, возможно. То у вас вот такой должен быть рабочий процесс. Заплатите эту цену, получите вот этот доход, да? Теперь смотрите, если, предположим, когда человек уже смотрит, он может сказать, можете ли вы столько дней работать, например, да? То есть иногда он говорит, вот при трех днях, например, он думает, нет, я лучше буду больше работать, да? А кто-то смотрит на это и говорит, нет, я лучше буду меньше зарабатывать, да? Ну, то есть теперь вы должны внутри себя это согласовать. То есть согласны ли вы с этой ценой? Нелли, вы согласны с этой ценой? Да, я, ну, возможно, да. Угу. Для меня. Света, вы согласны с этой ценой, угу. которую нужно платить? Нужно каждый день 5 мастер-классов проводить в неделю. Угу. Понятно, можно? День 5. Нет, неделю 5. День 1. Угу. День 1 мастер-класс. Угу. Нормально. И по времени это занимает всего час. Да, и час дорога. Угу. Минимум 2 часа. Смотря где. Можно в Москву зайти через дорогу. Да. Всех обойти и все готовы. Да? Так, понятно? Да. Хорошо. То есть вот эта программа роста, то есть вот это то, что нужно делать каждый месяц. Соответственно, если вы идете в таком режиме, да, то у вас выходит годовое, да, какие-то годовые объемы. То есть, соответственно, например, при 48 базовых в месяц, да, например, у вас выйдет где-то 18, плюс 50, где-то будет 120 базовых, у вас выходит объем, это изумрудная звезда. То есть у нас тоже продажи считаются по объему. Просто можете запомнить, да, у нас идут квартальные конкурсы, получается. Сейчас идут такие кварталы: 1 август, сентябрь, октябрь. Второй квартал идет ноябрь, декабрь, январь. Третий квартал сейчас идет февраль, март, апрель. Да? Четвертый квартал идет. Здесь 138 базовых ноль у вас. Май. Июнь, июль. Не помните, в первом квартале какая у вас звезда была? Я что-то, знаешь, я просто работаю, да? Угу. Нет, вот. Ну, да? Ну, то есть смотрите. Звезды не смотрите. Нет. Угу. То есть у вас получается, да, 138.0 у Светы, потому что она еще не была консультантом. В этом квартале, да, если при таком режиме у Нелли 16, да? У вас 120 базовых, суммарно. То есть вы сейчас сделали 18, да? Март, апрель, если вы по 48 делаете, у вас примерно получается 120. Вот. А если в таком режиме, наверное, работает, у него примерно получается 16. А если кто-то захочет подписаться, ну, так как для себя, их можно сразу как же. Да, только сейчас мы говорим про продажи. Сейчас мы закончим и начнем все конкурсы по привлечению. Это просто две разные категории. Я вчера спрашивала про цены, где узнавать. Я вообще никакой цены ни на что не знаю. Я попросилась, но не нравится, но я не знаю. Люди же всегда спрашивают, сколько стоит, ой, дорого, вот так. Даже вчера мне сегодня подруга говорит, маска, да, ой, интересно, вот Твиттер заживляет шрам, который делает маску. Я сразу, я помню, как мне выглядит, я по вопросу задала, я сразу поняла, что ей нужна вот, думаю, маска,
А я на сразу хочет спросить, сколько стоит, я не стала ничего говорить, озвучивать, потому что я не знаю стоимость. Ну, то есть, первое, то есть пусть Нейла вас научит, как заходить на сайт. Там вся информация есть, электронные каталоги, все это есть. Да? Потом вы начнете сейчас получать рассылку, потому что мы вас включаем в рассылку как консультанта, там тоже вы получаете. Ну и бумажный каталог можно заказать во второй секции, вместе с заказом заказывать. Но у вас, как у новичка, придут каталоги в комплекте сразу в сумке. Вы завтра получите сумку, там будет у вас три каталога. Хорошо? Так, это понятно? Теперь смотрите, есть годовые конкурсы. Да? Годовые конкурсы, здесь такой простой объем. 300-500 в год. Неля претендент, претендент на кулон, как минимум. Да? Нет, я просто говорю о том, что вы в своем режиме работаете, но на всякий случай считайте, да? Вот, потому что, смотрите, 300-500 в год, это уже золотой кулон с бриллиантами, да, здесь получаете бриллиантовый шмель, то есть это брошь, золотая брошь с 19 бриллиантами, да? То есть, которая является, на самом деле, как орденом, да, наградой, но это, конечно, она имеет еще свою стоимость, правда? Значительную стоимость, да? Это, ну, не просто там какая-то коробка конфет, да, там или что-то. Это, в общем-то, да, тоже хорошая инвестиция, потому что, да, ну, как это как фамильные драгоценности уже. Вот. Это годовой объем. Все равно вы в этом объеме примерно и продаете, да? Все равно. То есть, если у вас будет 120, в следующем, если по 48 двигать, будет 150. Да? Вот у вас примерно уже вы в этом объеме. То есть это базовая единица, да? 120? Да, это базовая единица. То есть в год надо 300-500 сделать? 300 или 500, да. 300 это кулон, да? У нее же два бриллиантовых шмеля. Три. Ну, у нее по продажам. А, по продажам у нее два бриллиантовых шмеля. То есть она два года подряд работала в этом режиме, 500 в год. Да? Молодец. Это профессиональный режим, это профессионал в продажах, да, профессионал. Понятно? То есть у вас, да, есть обязательно месячная, да, план по продажам, квартальный, да, и годовой, как и у всех, да, успешных людей. У вас есть годовой план, квартальный, месячный, вы знаете, сколько в неделю вам надо и сколько в день вам нужно выполнять объем. Понятно? Вот это ваша программа роста по продажам. То есть, что, что здесь? Здесь можно небольшой люфт давать, да? То есть, вы должны здесь понимать, да, например, минимум и максимум, да? То есть, если все пойдет совсем плохо, то минимум вы должны себе выставить планку, ниже которой опускаться нельзя, да? Ну, максимум вот так вот, если все хорошо пойдет, да? То есть, даже если все идет плохо, например, ниже 10 тысяч в день не опускаться. Понятно? Я, к примеру, говорю, да, у вас, да, там какая-то планка, например, идет, там, например, там, 30 там, или 25 тысяч. Ниже этой планки не опускаться. Потому что потом, когда постоянно отстаете, потом уже большой разрыв, нагнать очень тяжело. А на самом деле вы от кого отстаете? Вы же не с кем не соревнуетесь, правда ведь? Чем мне нравится в Мэри Кей, Мэри Кей говорила, вы должны соревноваться сами с собой. Да? Никто вас здесь ругать не будет, вам зарплату здесь не платят, никто заставлять не будет, да? Вам деньги нужны, правильно? Вот. С этим понятно? Второе, это уже привлечение. То есть команда, да? Это работа с командой. То есть профессиональный уровень работы с командой. Итак, что вам нужно сделать, да? Ну вот такой мы дадим, кому мы дадим, кому Свете дадим, да? То есть вот когда бриллиантовый шмель вы делаете, да, легче всего, когда вы эти базовые закрашиваете, да? То есть, вот базовые, например, вам осталось там, например, там, ну это российское, да, 676.
вот отсюда, вот 500, да? Вот, вам осталось 500, да? Сделали 18 базовых, 18 клеточек закрасили. Сколько вам осталось до шмеля, да, например? И это шмель по привлечению, понятно? То есть повесьте себе на какой-то, да, там, на холодильник, и чтобы вы примерно слышали, у вас есть какая-то цель, и вы видите, да, например, заказ сделали с компанией, раз, закрасили, да, новичка подписали, раз, закрасили, да, то есть вы понимаете, что вы уже приближаетесь к этой цели. Окей? Хорошо. Итак, привлечение, работа с командой. Что у нас здесь? Сразу рекомендую в первый же месяц, да, оформлять 3 новичка, чтобы получить доход, да? То есть это цель на месяц. Месяц. Вот это у нас же месяц был, да? Месяц. Вот это неделя, да? Неделя. Это день. Это квартал, это год. Квартал, это год. Месяц, неделя. Угу. Теперь точно так же привлечение, да? Хороший режим так, чтобы и оставался у вас 3 новичка в месяц постоянно. Примириться. Правильно? Конечно. Смотрите, 3 новичка в месяц вы оформили, да, и начинаете уже получать доход от команды. Поскольку на самом деле очень замудренная эта таблица, которая, это я вам просто ее сейчас скину, да, потому что и без пол-литра там не разберешься, там нет логики. Ее просто нужно смотреть, как напоминалку, да? Вот, я вам ее сейчас скину, и вы посмотрите. Надо всех подписывать, всех, кто хочет. Ты знаешь, я тебе скажу, всех не надо, не хочет работать. Кто хочет работать, я говорю, надо. Знаешь, будешь время терять на тех, кто всех подписал. А времени нет уже. Надо, чтобы человек, вот как ты, так, я вам отправила. Ага. Тебе отправила, посмотришь. Да. Ну, на самом деле, всех, кто хочет, мы не имеем права их не подписывать, чтобы были в курсе, да? Ну, если хочет человек, что бы не подписать? А потом там время уже покажет. Конечно. Угу. То есть, вот эта таблица. Таблица такая. То есть, какие факторы имеют значение? Какие факторы? То есть, когда вы получаете больше денег. Угу. То есть, имеют факторы, значение два фактора. Количество активных. Активные – это кто сделал заказ в этом месяце. В этом месяце. То есть, например, активные в феврале, да, нужны для того, чтобы получить доход за февраль. То есть, в марте активные в феврале не считаются. Они считаются те, кто сделал заказ в марте. Вот. И второй показатель, который играет, это объем продаж команды. Угу. То есть вот эти два показателя влияют на ваш доход от команды. Теперь, если вы посмотрите на эту таблицу, да, вы увидите, что там есть такой момент, да, что видите, 1, 2,
два бизнес-партнера, ничего, да, не получаете? Ноль. Три какая-то сумма, а здесь объем команды, да? И иногда бывает, что если пять бизнес-партнеров, то эта сумма совсем другая. Mm-hmm. Да? Например, здесь 8 сертификатов вы получаете, а если 5 активных у вас, то 10. Mm-hmm. К чему это я говорю? На самом деле, вот у вас вот объем 1 000 000 сделали 3 человека. Вы получите, например, 8 сертификатов по 5 тысяч, да? 40 тысяч вам на счет, да, там закинут. Ну, и да, я даже не знаю, не 1 000 000 какая-то, а, да, сумма. Это... Если, например, сделали 5 человек, то вы получите уже 10 сертификатов. Понятно, да? То есть важно следить, вы постарайтесь в течение 2 месяцев, да, вот 3 новичка, и в следующем месяце еще 3 новичка оформить, да, чтобы у вас было 5 активных всегда. И всегда стараться, чтобы у вас было 5 активных. Понятно? Потому что если 5 человек у вас в команде сделали заказ, тогда вы получаете максимальный процент, который возможно при этом объеме. Да? Объем может быть одинаковый, а процент разный в зависимости от количества активных. Почему это, то есть какая здесь логика? То есть считается, чем больше активных, тем лучше вы работаете с командой. Да? Например, может быть у вас 10 человек, но из них сделали заказ в этом месяце только 3. Да? Значит, вы плохо работали с командой, правильно? А если вас сделали 5, уже лучше, да? Но чтобы приступить к лидерской программе, у вас должно быть 8 активных, да? То есть поэтому, если первый месяц 3 новичка вы подписываете, второй 3 новичка, чтобы у вас было минимум 5 активных, да? Здесь у вас 3 активных, да? 5. И в следующий месяц 3 новичка, чтобы у вас было 8 активных. Понятно? Вот эту планку нужно все время держать. Потом у вас там 10, 15, там 12, сколько там человек, но из них всегда 8 активных. Это показатель того, что вы умеете работать с командой. Итак, за первых 3 новичков вы получаете жемчужный комплект. Вы видели на Маше, это жемчужные серьги, да, браслет и ожерелье. Серебро с жемчугом, да? Красивый, красивый. Вот. Теперь, что нужно делать в этом квартале? Минимальный, да, минимальная планка, ниже которой нельзя снижаться, это красный пиджак. Красный пиджак. Пишем. Вот, красный пиджак. Как вы помните, вот это месяц, да, красный пиджак – это квартальный конкурс. А, ну давайте, вы знаете как? Ага. Вот месячные с вами как распишем. Вот если 3 новичка вы хотите, это, грубо говоря, по 1 новичку в неделю. В неделю 1 новичок. Ну, у вас есть 1 неделя, которую вы можете не подписать новичка, но в остальные, да, примерно такая, да, схема. Неделю отработали, 1 новичок. А как это вообще получается, чтобы вы знали, да? Если вы проводите каждый день мастер-класс, на мастер-классе присутствует 6 людей, да? 6 умножить на 5, сколько будет? 30 человек. Вот 30 человек попробовали косметику. Реально, чтобы из них один подписался из 30. Да, ну, конечно, поэтому у вас 1 новичок в неделю – это абсолютно реальная ситуация. Правда ведь? Правильно работает. Получается, они должны знать, что у них есть возможность подписаться. Или в подарок. Конечно, конечно. Это все в сценарии мастер-класса заложено. Смотрите, получается, перед тем, как я улетела, самые последние дни, в январе, перед тем, как я уже улетела, уехала в Семипалатинск, я провела 1 консультацию с 1 человеком, да, по сертификату. Да? Она оформилась сразу в этот же день. Да? Потом я прилетела, тут у меня какие-то свои дела были. И вот, да, на прошлой неделе, в четверг, это был день, который я посвятила своему личному бизнесу. Да? Я провела
5 встреч, у меня было назначено 6, из них я 5 провела, оттуда 2 новичка. Понятно? Вот Света оформилась, и получается у меня еще одна женщина, вот она уже продукцию забрала, теперь она уже регистрируется чуть позже. Да? До конца февраля. Понятно? Да? То есть, чтобы иметь команду, не нужно никаких сверх каких-то усилий. Большинство людей, они сами хотят оформиться в конце мастер-класса. Угу. Правда ведь? Угу. Поэтому это абсолютно нормальная схема. Неделя прошла, если вы 5 классов провели, и у вас нет новичка, значит, вы что-то не то делаете. Угу. Правда ведь? Угу. Потому что, да, ну, каждый второй хочет заключить договор с компанией. Понятно? Угу. Вот, да, Маша проводила 2 консультации при мне. С одной она провела, мы с ней объяснили, просчитали, как ей выгоднее. Я лучше подпишусь. Ну да. Да, 5000 оставила задаток уже в залог. Угу. Сегодня Маша проводила консультацию, говорит, я хочу оформляться. А что такое? Ничего сложного. Правда ведь? Угу. Поэтому каждую неделю один новичок, понятно? То есть это не важно, да, хоть на какую-то, как это называется? Сумку? Да. На какой стартовый набор? Да. То есть человек сам выбирает. Мы же не можем его заставить. Uh-huh. Да? Не может же, например, она сказать, у меня есть всего, например, там класс 6 тысяч. Нет, вы должны продать почку и миллион. Нет. Моя задача объяснить все выгоды. Я говорю, вот этот маленький, он невыгодный, потому что там нечего продавать. Там даже нечего вам самой пользоваться. У вас там нету, да, там чего-то там не хватает, не будет хватать просто даже для себя, да, там ни для рук нет, того, для лица того не хватает, а там кто обычно такой подписывается, кто? Ну, у кого там совсем бывает, ну, совсем проблемы с деньгами, бывает такое. Но можно, да, если это сильно хочет, и такое можно. Ну, если сильно хочет, такое можно, просто она невыгодная. Мне, я думаю, что всегда можно чуть-чуть лучше, да, организовать. Я ей предлагаю как? Я говорю, вы хотите на эту сумку, потому что она вам нравится, или потому что у вас просто денег не хватает? Она говорит, денег. Я говорю, а какая вам нравится? Давайте сейчас не будем думать о деньгах. Скажите, какая вам нравится? Она говорит, ну мне нравится за 49, потому что там на 120 тысяч, да, товар. Я говорю, ну если это вам нравится, давайте мы просто, вы организуете мастер-классы своих 5 подруг, я проведу, и мы там соберем оставшиеся деньги, заказы соберем, и вы подпишетесь на нормальную сумку. Угу. Понятно? Угу. Она организовывает из продаж, да, получается? Да, ну вот смотрите, да, предположим, у нее есть только, например, 26 тысяч, а ей нужно 49, ей не хватает сколько? 23 тысячи, да? Вот. То есть товар ей придет, если она за 49 подписывается, товар ей придет на 120 тысяч. Правильно? Значит, получается, смотрите, мы проводим мастер-класс. Там, например, заказали систему TimeWise за 29 800. Ну, она может попросить эти деньги вперед. Да. Это же ее подруги. Она может сказать, может, ты мне сейчас деньги дать, я тебе послезавтра принесу твою систему. Она же не думает, что вы возьмете 20 тысяч и эмигрируете в Канаду. За 20 тысяч. Поэтому, пожалуйста, да, наша задача, если хотя бы одну систему, например, заказала, или любую другую продукцию на 23 тысячи, да, ароматы, щетку, там, маску, еще что-то, то есть, ну, любую продукцию, да, ну, конечно, желательно систему, но даже если, например, не система, бывает вот такой, вот мастер-класс прошел, мне так система понравилась. А есть Билара, да, вот такое бывает, к примеру. То есть любую продукцию на 23 тысячи, если у нее есть заказ, ей дают деньги, она прибавляет к этому свои 26, которые у нее были, подписывается на 49, ей дают 120, да. Из этих 120 она берет на 23 тысячи и отдает своей подруге, правильно, товар? Ну, у нее еще на 100 тысяч остается товар, и она уже консультант. Понятно? Выгодно. Очень выгодно. Очень выгодно. Вот такие разумно. Ей хорошо, подруге хорошо. Если еще всем хорошо. Еще если это одна только подруга купит, а если все 5 купят, да. Если все 5 купят, тогда она может на большой пакет подписаться, как вы. Да? Понятно? То есть на самом деле, когда невыгодный пакет, да, я лучше человеку предлагаю чуть-чуть подзаработать на нормальный пакет.
Да? Угу. Потому что вот в этом пакете, который самый маленький, который самый нижний, да, вот эти 2-3, они, ну, маленькая там скидка. Вот. Вроде как меньше платишь, но и продукции очень мало. С этим понятно? Итак, красный пиджак – это квартальный конкурс, да? То есть каждую неделю вам нужен один новичок, в месяц минимум 3 новичка, да? Вот одна неделя, может быть, вы заболели или что-то, но остальное все у вас все по одному, то есть минимум 3 новичка. Теперь в квартал у вас красный пиджак. Красный пиджак получается, например, февраль, март, апрель. Красный пиджак – это когда у вас от 5 и более активных. Поэтому, если, например, у вас 9 человек, из них 5 таких, которые стабильные, каждый месяц они берут, они не только для себя берут, да, потому что человек, который для себя набрал, он может некоторое время не делать, да, заказы. Да? А здесь будут считаться те, кто делает заказы каждый месяц. А на какую-то сумму надо делать? Где-то минимум. Да, они должны все оформиться на 3 базовых, то есть минимально на 49 тысяч. Понятно? То есть они подписываются на 49 тысяч, на 3 базовых. То есть если она подписалась, например, на меньший пакет, она в зачет не идет. То есть... Поэтому вот то, что вы предложили, намного выгоднее для нее же получается. Конечно. Ну, это минимальный из выгодных пакетов, да? Минимально каждый из них должен подписаться на 3 базовых, да? И каждый месяц они должны быть активные. Чтобы был самый выгодный заказ, самый выгодный заказ начинается с 4 базовых. Почему с 4? Потому что от 4 идет подарок. Косметичка там или еще что-то, да? Это у меня 4. Да, у вас несколько там, у вас же 18 базовых, значит, у вас было 4. Вы, вот, например, Нелли сделала заказ в январе на 119 базовых. 119 базовых, да, за каждые 4 базовых у нее был термос. То есть она 20 с лишним термосов получила в подарок от компании Мэри Кей. Ну, дарю. Ну, то есть она может своих любимых клиентов вознаграждать, правильно? Например, у вашего любимого клиента, который вам делает большие заказы, у него день рождения, да? Почему бы ей не подарить термос? Фирменный термос на Мэри Кей, красивый, все с логотипом, да? Как вы думаете, приятно ей? Приятно, да. Вам что-нибудь дарят, вот какой-нибудь от Магнума, например? Вот у вас день рождения, а почему вам легко? Может быть, вы каждый день туда ходите, правда, что-то покупаете, правда? Какой-нибудь комок там соседний, куда вы каждый день ходите, хлеб покупаете, молоко покупаете, еще что-то покупаете. Вам дарят какой-то подарок? Может, вы в год уже накупили, да, на 200 тысяч, да? А может быть и больше, правда ли? Поэтому это всегда приятно. И Нелли эти подарки сделала не за свой счет, да, а получила от компании. Теперь она может, да, она может своим родным, близким дарить, правда ли? Кому-то, да, и так далее. Вот. С этим понятно? То есть за каждые 4, 8 и 12 базовых есть бонусы. Да? Каждый месяц разные бонусы. Поэтому бонусы начинаются от 4 базовых. А от 3 базовых начинается 40% скидка. Меньше 3 базовых уже 30% скидка. Уже не очень выгодно, да? А самое лучшее это 4 базовых, потому что где 4 базовых, там есть что? И 40% максимальная скидка, и уже подарок есть. Понятно, да? Поэтому я рекомендую, да? Там есть еще следующий набор, это 56. Между ними всего 7 тысяч разница. Это уже 4 базовых. То есть 56 тысяч, да, уже максимальная скидка, подарок, да, и продукция получается на 150 тысяч. Вот. То есть, если вы, да, оформляете, например, новичка, да, там на 4 вот здесь, здесь на 4.
То есть теперь суммарные их объемы всех людей должны составлять 45 базовых за квартал. 45 базовых – это все ваши. Те, которые вошли в эти 5 активных, те, которые не вошли в эти 5 активных, их, смотрите, например, Неля делает каждый месяц заказ, она не пропустила ни одного месяца. Она входит в эти 5 активных, да? Mm-hmm. И ее объем продаж входит в эти базовые. А, например, Света, она сделала один заказ, а потом 2 месяца заказ не делала. Mm-hmm. Она сюда не входит. Mm-hmm. Но ее базовые вошли в эти 45. Понятно? Mm-hmm. В эти 45 входят базовые всей команды. Mm-hmm. И те, кто ежемесячно активный, и те, кто не активный. Да? Например, вы подписали по 3 новичка, вы подписали 9 человек. Из них 5 это которые ежемесячно активные, а 4 это которые иногда там пропускают, да? Или может она подписалась не на 49, а поменьше пакет, да? То есть она не выполнила условия, вот сюда, в эту пятерку она не входит. Угу. Но ее базовые сюда входят. Угу. Понятно? Значит, чем больше, тем лучше. Значит, чем больше, тем лучше. Да, всегда нужно в резерве иметь людей. Почему? Потому что все не могут быть активными. Угу. Все не могут быть отличниками. Да? Угу. Вот классический класс, как, я не знаю, если вы в школе учились, угу. Да, есть классический класс. Там всегда есть несколько отличников, да, ударники, троечники, да, и несколько двоечников. Угу. Вот примерно такой же состав и в моряке всегда. Угу. Неважно, ваша команда 10 человек или 400 человек, угу. Там всегда точно такой же процент. Угу. Есть несколько отличников, да, угу. Потом какая-то ударники, да, потом угу. Троечники, и есть вообще, ну, угу. Никудышные тоже, да, в моряке. Понятно? Угу. Которые вообще ничего не делают, и никак не работают, и ничего не посещают, и негативные еще какие-то такие. То есть, ну, это обычно, то есть любое сообщество, оно примерно одинаковое. Понятно, да? Поэтому всегда нужно делать все мотивационные программы по привлечению с запасом. Вот теперь смотрите, с этим понятно? В следующем квартале, вот вы в этом квартале делаете красный пиджак, февраль, март, апрель, вы делаете красный пиджак. Да? Сами вы должны быть ежемесячно активны. Угу. Да? Угу. Ну, это понятно. И да, если у вас за 3 месяца, если хоть один месяц пропустите, или будет меньше 12 базовых, даже если у вас вся команда все выполнит, но вы не работаете, вам программа не засчитывается. Да? Поэтому красный пиджак – это тренировка перед директорской программой. Угу. А это значит, что, какие... Компания смотрит показатели. Угу. Она смотрит, вы сами продаете, угу. Да? Вы сами привлекаете, угу. Вы умеете работать с командой. Да? Если умеете, да, это маленький такой, да, как маленькая тренировка. То есть лидерская программа, там нужно в месяц, да, вы с командой делаете 100 базовых, да? А здесь вы делаете хотя бы 15, и вы там 4, хотя бы 20. Да? То есть вам дается пятая часть всех условий, mm-hmm. Да, чтобы вы потренировались, окей? Okay? Mm-hmm. Теперь в следующем месяце у вас тренировка, это, да, у вас был третий юношеский, теперь уже у вас второй юношеский разряд. Mm-hmm. В следующем квартале, май, июнь, июль, вы выполняете программу, которая называется «Магия красного 1». «Магия красного 1». «Магия красного 1», да? То есть это получается у вас май, июнь, июль. Угу. Точно такие же условия у вас, да, тоже 5 и более активных. То есть и вот эти прибавляются вот к этим, правильно, да? 5 новых у вас, 5 новых. Вот вы еще 9 человек подписали. Из них 5 тоже активных. То есть в общей сложности за полгода у вас стало 18 человек, из них активных 10. Понятно? Понятно. Понятно, да? Ага. Угу. Но теперь у вас чуть-чуть, этот как бы уже второй юношеский разряд, вам здесь дают объем 60 базовых. Людей-то у вас больше, правильно? То есть объем команды уже побольше. То
То есть вы с командой делаете хотя бы 30. Да? И так далее. То есть вот с такой командой вы уже с 1 августа, можете приступать к лидерской программе. Но вы можете раньше, то есть для лидерской программы нужно 8 человек. Если вы 4 месяца, вот на 1 марта у вас уже 12 человек в команде, так уже можно приступать к лидерской программе. Если, да, помните, мы говорили, что да, есть нижняя планка и верхняя планка, да? Если все пойдет хорошо, вы приступаете к программе лидерской с 1 марта, да? Если какие-то затруднения, что-то, вы приступаете, ой, с 1 марта, говорю, февраль, март, апрель, май, с 1 июня, да, после 4 месяцев работы. У вас же у вас в команде будет 12 человек, правильно? Mm-hmm. Если, например, какие-то возникают там форс-мажорные ситуации, то тогда с 1 августа. Mm-hmm. Это понятно. Хорошо. Теперь фотографируйте, я стираю. Mm-hmm. Все понятно. Август месяц это как 1 января. Угу. Света. Да. Ага. А 1 августа это как 1 января. Сфотографировали? Да. Спасибо. Хорошо. Ага. Теперь смотрите, вот это я стираю, да? 1 августа как 1 января. 1 января как будто, да. Ну, у нас начинается. У нас начинается год, да, 1 августа. Так, так. Угу. Вот теперь смотрите. Это у нас, еще раз, да, повторяю. Месяц 3 новичка, в неделю 1 новичок. В квартал, да, 9, из них 5 активных, такой объем, да. А следующий квартал мы все расписали. А теперь семинарский год, да, Год, то есть с 1 февраля у вас получается, да, считается сейчас, по 1 августа, да. Или июль написать, да, лучше? По июль. 30 июля, да? Вот. То есть 6 месяцев, да? 6 месяцев, вот помните, говорится, есть месячный, да, план, квартальный план, теперь годовой. Поскольку у нас год заканчивается не в декабре, а да, в июле, поэтому мы пишем, да, с 1 февраля по 30 июля. А, опять-таки, бриллиантовый шмель и кулон по привлечению. Кулон, шмель. Кулон всего лишь 15 человек, шмель всего лишь 25. Если вы 25 поделите на 6 месяцев, по сколько будет? По 4 человека, да? 15 на 6 поделите, по сколько будет? По 3 человека. Понятно? То есть, если вы продолжаете привлекать в таком же режиме, то в этом случае у вас получается уже вы претендент на кулон или бриллиантовый шмель по привлечению. То есть, есть несколько номинаций, да? Ну, предположим, я участвую в соревнованиях и кросс бегу, да? И я и, например, да, что еще там, не знаю, и прыгаю в длину, да? Я могу и там получить награду, да? Там получить награду, правда? Точно так же у нас в компании, да, каждый консультант по красоте может каждый год получить две как бы золотые медали, да? Он может получить золото по привлечению, да, или серебро, и может по продажам тоже получить золото и серебро. Вот у Нелли есть Стелла, да, называется она леди достижения. Это когда в год два бриллиантовых шмеля. То есть 500 базовых и 25 человек. Да? То дают такую хрустальную стеллу. А вы записывали тоже? Да? Вручают на сцене Дворца Республики, да? Это леди достижения. То есть это человек, у которого, да, уже, ну, экстраординарные результаты по двум номинациям. Понятно? Например, у меня вообще нет наград ни по продажам, ни по привлечению. По продажам у меня кулон есть, да? Но все мои награды, они все по кругу признания, да? То есть это не за привлечение, а за работу с командой.
Когда становишься лидером, прибавляется третья номинация за работу с командой. Это моя сильная сторона. Неля хорошо продает, я хорошо работаю с командой. Неля хорошо продает, привлекает, да, а я хорошо уже подращиваю как бы людей, работаю с командой. Поэтому понятно? Теперь какие здесь условия? Вот вы сейчас видите здесь. Вот бриллиантовый шмель по привлечению, да? То есть каждый должен сделать, вот это вот у вас не считается, вот это у вас не считается, и вот это у вас не считается. Это российские, да? А у вас объем легче. То есть, смотрите, вы сюда вписываете прям имя, да? Например, кто у вас первый новичок, например, да, там? Или там Саулия, да? И вот теперь, чтобы она засчиталась в эти 15-25 человек, нужно, чтобы она за год сделала 15 базовых. Например, вы сразу подписались на 18. Поэтому вы сразу вот это все можете закрашивать. Все, она квалифицированная. Да? И в последний месяц, в июле месяце, они все должны быть 25 активные. То есть все сделали, должны хотя бы на одну, хотя бы на 16 тысяч делать заказ. Да? Вот. Понятно? 16 тысяч в месяц. Да. Это в последний месяц. Вот такие условия конкурса. Поэтому, да, это годовой, да, план у вас. Это квартальные, это месячный, это недельный. По привлечению. Понятно, какая программа роста? Если вы сделали бриллиантовый шмель, да, вы автоматически можете сказать, что уже лидер. Потому что 25 человек нужно, чтобы стать лидером. В год. За год. Эти 25, чтобы стать лидером, можно хоть за 300 лет. Да? А вот чтобы бриллиантовый шмель, за год. Да? Ну, зачем этот растягивать, да, резину? Поскольку мы уже работаем в такой, да, я думаю, что если вы сделаете кулон или шмель, плюс у вас еще команда будет привлекать, вы обязательно станете лидерами. Понятно? Хорошо. С этим мы закончили. Это ваша программа роста до конца семинарского года. Вопросы есть? Получается, 25 человек, это если каждый месяц по 5, это же больше, чем 25 получится. Ну, где-то по 4 примерно. По 4. Да? Но даже если вы по 3 привлекаете, у вас выходит кулон. Но они должны быть активны. Поэтому чем больше, тем лучше. И лучше активных иметь 25. Правильно понимаю? Да. Теперь смотрите, какая еще здесь особенность. Как можно активизировать, да, и заинтересовывать своих консультантов? Как сделать, чтобы они были активны? Да? Хороший вопрос, правда? Все ведь хотят выполнить красный пиджак. Все хотят получать вознаграждение за команду, все хотят получать кулон или бриллиантовый шмель и стать лидерами. Для этого нужно, чтобы команда работала. Да? То есть есть, да, два пути, как мы работаем с командой. То есть вопрос, как работать с командой? Ну, я вам вышлю, да, вы себе напишите здесь чек-лист. Чек-лист – это шпаргалка по работе с командой. Вот когда они собирались, например, в командировку, вот когда вы собирались, да, на пароходе, да, плыть там два года, соответственно, вы должны с собой были взять какой-то список вещей. Я, например, без списка не могу собираться. У меня мозги расшипеливаются, я обязательно что-нибудь забуду. Да? Так вот, по работе с командой есть чек-лист. Там прям написано, что надо с командой делать, и просто крыжишь по-тупому, и как бы делаешь и крыжишь, да. И так хорошо прям, знаете, становится сразу, ничего не забудешь. Я заметила, я на своих консультантах проверила, да, именно на ключи, на вот у меня есть такие консультанты, да, ключевые, активные, как Маша такие, да, как, то есть все активные консультанты, это те, у кого я все закрыжила. А у кого что-то не хватает, они все хуже работают. И чем больше не хватает, тем хуже они работают. Понятно, да? На самом деле, да, есть прямая зависимость между тем, что мы делаем с людьми, и какой они дают, да, результат. Понятно? Поэтому чек-лист,
да, распечатаете унейлы, да, или у себя, как хотите, я вам скину. И нужно просто, вот если человека оформили, его нужно проводить по вот этому чек-листу. Вот. Теперь, в принципе, есть два пути, да. Первый — это когда человек пользователь. То есть он категорически отказывается продавать, делать карьеру для себя. Она говорит, я для себя подписалась, меня не дергайте. Правильно? Может быть такое? Может быть. Как сделать так, чтобы она была активная? Да? Первое, да, что вы делаете, это проводите ей 4-5 мастер-классов. Предположим, даже если, да, я никаким образом, да, не смогла развить, например, да, Свету на карьеру, но я ей провела первый мастер-класс по лицу, потом по глазам на следующий месяц, да, потом на следующий месяц по телу, да. Наверняка она бы потихонечку покупала, да? Там для глаз что-то купила, следующий месяц тело покупала. О, оказывается, вот это классное, да, вот это гель там, да? То есть, когда вы проводите, людям нравится продукт, они для себя заказывают. Вот очень просто, как активизировать, да? Приглашать каждый месяц. Каждый месяц вы прям скажите, мы с тобой минимально, хочешь для себя, да, пожалуйста, но минимально мы с тобой должны один раз в месяц встречаться на мастер-класс, да? И давай распишем темы, да? То есть вы 18 тем есть мастер-класса, она крыжит, которые ей интересны, расписывайте план на год, да? Если у нее, например, вышло там 10 тем, прям можете на год расписать по месяцам. И все, у вас есть план. Если она, мне не хватает, добавляйте филлер. Нет, я имею в виду, что на год не товар на год, а темы на год. Темы, да. Да, то есть, например, в этом феврале там лицо, да, там потом следующие глаза, потом руки, потом тело, потом губы, потом ароматы, потом макияж и так и пошла, да, и так далее. Вот. Поэтому понятно, 4-5 мастер-класс — это самый элементарный способ. Теперь, чтобы, да, если, например, человек, да, ориентирован только, чтобы пользоваться, предложите ему каждый месяц, когда вы будете с ней встречаться, чтобы она стала хозяйкой класса. Потому что, если она придет со своими 5 подругами, да, что будет? Из них тоже кто-то что-то захочет. Или, да, подпишется. Да. Если она не хочет их обслуживать, то это будут ваши клиенты, и вы ей подарите что-то. Ей выгодно что-то не покупать, да? Например, маску она получила, да, в подарок. А второе, да, если, может быть, у нее 3 подруги заказали ТМБС, она думает, о, ничего себе, я лучше тоже хочу быть консультантом, да? Потому что с 90 штук у нее 35 тысяч чистого дохода вышло за час. Она уже говорит, ой, давай это будут мои клиенты. Вы говорите, да, без проблем, но тогда ты должна пройти обучение. Потому что без обучения это будут наши клиенты. Почему? Потому что без обучения она будет как обезьяна с гранатой. Что-нибудь ей продаст, то у нее лицо отвалится, и она будет всю жизнь ругаться на Марика. Правда ведь? Я видела таких, я видела, да, то, что поэтому... Хочешь, если хочешь обслуживать клиентов, пожалуйста, пройди обучение, научись разбираться в косметике, подбирать продукцию, да, и так далее, и потом иди обслуживай. Потому что человек, который говорит, все, я пойду, я буду семейным доктором, ты хочешь, без проблем, только иди сначала закончу аспендиеров, да, потом будешь семейным доктором. А то это нравится, как бы, да, деньги зарабатывать, а образования нет медицинского. Так же нельзя, правда ведь? С этим понятно, да? И еще один есть способ, это, да, клуб ухоженных леди. Клуб ухоженных леди. Это вот по понедельникам у нас проходит с 6 до 8 клуб ухоженных леди. Сразу вы давайте человеку абонемент, да? Мы вот еще не разработали дизайн, не знаем, как делать, его сделать. Короче, годовой абонемент на посещение клуба ухоженных леди. Клуб ухоженных леди у нас проходит
более 3 раза в месяц. Да? Да. И то есть что там происходит? Там всегда какие-то процедуры. Это здесь, да? Да. Какие-то там хитрости. Вот туда приходят прям с гостями. Это вот туда можно приводить своих подруг и так далее. А, и вы говорите сразу, если ты, вот тебе годовой абонемент. Смотрите, если у человека есть немножко мозга в голове, он должен понять преимущество. Это как будто бы он посещает 30 раз какой-то косметический салон в год. Бесплатно. Если человек от этого отказывается, он, это, ему надо лечить электричеством голову. Да? Потому что ну, реально здесь постоянно что-то, да? То для лица, то для рук, то там для этого. То есть, ну, по сути, это как бы тоже мини-мастер-классы такие, какие-то эти, иногда какие-то тренинги. И потом вообще здесь очень весело, очень классно. А как успеть на всех? Как успеть на всех? Вы одна и все столько людей или как? Нет, мы же то есть все консультанты здесь. Например, там как флешмоб проходит, да, каждый своего гостя обслуживает, кто-то объясняет. А обслуживают каждый своего гостя. А, например, кто-то ручки делает, кто-то что-то еще. Не-не-не-не-не. Одна тема. В один день одна тема. Все делают ручки, как, да. Как Маша да. делает. Вот, например, на прошлой неделе у нас был лифтинг-макияж, который делает тебя на 10 лет моложе. Да? Просто одна половина вот такая, одна вот такая. Да? На позапрошлой неделе у нас был парфюмерное кафе. Это как бы как по аромату угадывать характер и куда когда собираешься, какой аромат нужен, да, там, ну и так далее, если тебе вот это нужно, каким пользоваться и так далее, да. То есть в зависимости там от характера, от работы, каким ароматом нужно пользоваться. В общем, такой ликбез по парфюмерии, да. А то у нас люди как выбирают парфюмерию, вот так. Вроде ничего надо брать, да. Все понятно. Поэтому клуб ухоженных леди. Обычно после клуба, что люди попробовали, неважно, консультанты, клиенты, они после этого, да, все хотят заказывать. Понятно? То есть, если не давать людям пробовать продукцию, не объяснять, не консультировать и так далее, да, бесполезно пытаться из них выжать заказ. Будут ходить, как я, отшуканные. Я увидела тоже соседку, которая как много чего заказала на реке. Это было лет 15 назад. Мне было как Маша такая. И вот, я увидела всю аллергическую реакцию на этот человек. Мне не подошло. Я такая, у меня всю жизнь такая реакция была. Как это плохо. Вот здесь в голове. Я пыталась понять долгое время, почему меня не тянет. Вот теперь, потому что либо ей неправильно подобрали вообще. Да. Или просто продали, как вы говорите, лишь бы продать, или просто не подобрали. Угу. Поэтому клуб ухоженных леди это вообще ликбез, потому что мы же вообще рассказываем там про продукцию, да? То есть про каждый продукт мы подробно рассказываем и так далее. И что получается? Человек, он начинает в этом разбираться. Даже если он для себя подписался, он на этом вот эти узнает средства, на другом вот эти, да? Через полгода он все знает уже про Марику. А если знаешь, ты хочешь уже этим делиться. Слушай, а ты что, не знала, что ли? Оказывается, помады Марику, да? Они вообще классные, там кармин есть. А если с химическими красителями, у тебя будет рак желудка или пищевода. Поэтому тебе срочно выкинь все китайские помады, купи себе помаду Марику. А представляешь, она даже применяется... лечит, да, язвы желудка, 12-перстной кишки, да, вот это там, да, что-нибудь она узнает, да, и начинает это, да, рассказывать уже, да. А если, соответственно, там уже начинает рассказывать, у нее уже клиент появляется и так далее. С клубом ухоженных леди понятно? Понятно. То есть это получает только тот, который подписанный человек, хоть на какой, да, этап, но подписанный. Да, любой. И он может приводить сколь угодно гостей. Вот именно по понедельникам с 6 до 8, причем за троих и пятерых гостей вы получаете дополнительные подарки. То есть вы даете человеку, который подписался, но не хочет работать, да? И вы тоже? Да. Все приходят. Вот на клуб ухоженных людей приходят все. Сертификат это получает годовой абонемент именно человек, который... Получают все клиенты и все консультанты. Все клиенты и все консультанты. Но хотя бы одну помаду купил, да, вот вы можете на мастер-классе, когда проводите, вы говорите, если вы станете клиентом, да, то есть вы получите там сервис, там то все, подбор, там все там
обслуживание. Но еще какое у вас, какая будет супер привилегия в том, что вы получите годовой абонемент на клуб ухоженных леди. А что это? Ну и вот вы говорите, что это такое. Можно по позору не ходить. И еще главное, что здесь такая атмосфера, да, прям чудесная. Такая, знаете, как-то... Как праздник. Очень теплая. Человек очень сильно расслабляется, он немного себе внимания уделит. Наши бедные женщины вспоминают, что они женщины, да? То есть ни кухарки, ни поломойки, ни няньки там, ни кто-то, да? Они вот как-то, ну, вначале говорят, ой, я только на минутку, потом их совместно невозможно отковырять, да? Потому что мы никогда в 8 не уходим отсюда, да? Потому что задерживаемся, потому что очень хорошо. Какое-то идет награждение, все какие-то подарки получают. В общем, какая-то вот тусня. За понедельник, сколько не будете? Я ее хочу послать. Теперь мой доходный бизнес. Мой доходный бизнес. Да? Это программа поддержки новичков. Программа поддержки новичков. То есть второй, третий, четвертый месяц. Вот смотрите, вы подписались, да? Второй, третий, четвертый месяц у вас идет, да, скидки, да, до 60% на определенные виды продуктов у новичков. Ну, поэтому, да, поэтому вы можете смотивировать своего, да, новичка, провести ему 4 класса по этим продуктам, потому что если он эти продукты захочет, он их сможет приобрести с огромной скидкой, с которой даже я не могу, Нелли не может, мы не можем, потому давайте что мы новички. Давайте пожалуйста, я взрослый новичок. Да, понятно? Вот, я вам отправлю, да, картинку, на какие продукты скидка у вас, то есть на какой набор скидка надо... у вас во второй месяц, на какой в третий, на какой четвертый. То есть мне надо их покупать или кому-то продавать, или как надо делать? Вот у вас будет скидка, вы можете этих наборов хоть 100 взять. Например, к примеру, да, у вас скидка там, например, на уход за телом, к примеру, да? И вы этот уход, вот он стоит, например, не знаю, там 10 тысяч, вы его берете за 3. То есть вам выгодно же, да? Как бы его взяли за 6, а так берете за 3. Но в каталоге он 10, да, стоит. Поэтому вы его можете в этот месяц взять неограниченное количество этих наборов. Хоть 100, хоть 200, хоть миллион. Да? Вот Нелли, например, иногда, когда какое-то выгодное спецпредложение, она берет там 100, там, да, вот такие у нее цифры. Да? Mm-hmm. Почему? Потому что сейчас ты выгоднее взял, потом-то ты продашь, уже сверхприбыль у тебя будет, правда ведь? И поэтому, но там есть, да, вот определенный набор. Рассчитан на что он, эта программа рассчитана на что? Все эти наборы разные. То есть в следующем месяце вы уже, например, уход за телом не можете, только декор можете брать. Да? Почему рассчитано так? Потому что если вы 4 месяца берете, да, вот эти продукты, в конечном итоге получится, что вы упакованы от макушки до пяток. Самое базовое, что вам нужно, у вас есть. А да? Где это все хранить-то? Я уже представила склад большой. Я имею в виду, что, например, просто человек приходит для себя. Он себе взял один набор, например, для тела, да, один декором. Себе со скидкой 60% затарился, да, там тени взял, вот то, что себе надо, упаковался, да, ароматы там, например, взял, глаза, да, то есть у него получается лицо, глаза там, да, руки там, ароматы, декоративная косметика, и он, даже если он только для себя никому не продает, по одному набору взял, но он себя упаковал полностью за 4 месяца с огромной скидкой. Понятно? Вот на что расчет. То есть, когда пользователь приходит, да, ему очень легко через мой доходный бизнес проводите 4-5 классов, да, как раз то, что вы провели, у него на это как раз и скидка, понятно? Ему хорошо и мне хорошо. Всем хорошо. А в особенности ему хорошо. Угу. Потому что на следующий месяц у него такой уже скидки не будет на эту продукцию. Значит, надо просто объяснять, как это доступно.
Угу. Один раз. Теперь, это понятно, как работать с этим? Да. Да? Теперь, если человек ориентирован на бизнес, как вы, да? А, ну еще, конечно же, здесь это, да? Ну ладно. Если он начинает интересоваться, то, конечно, вы его на школу бизнеса, да? Теперь, если он ориентирован на бизнес, начинается у него все со школы бизнеса. Вот так. То есть он идет в обратном порядке. Да? Потому что кто для себя подписывается, они иногда говорят, а ты не будешь меня как бы заставлять куда-то приходить? У меня времени вообще нет, да? Окей, окей, не буду, да? А потом он говорит, да, вот я теперь уже хочу, а что там, когда занятия будут? Да? Это у него обычно этим заканчивается, да? А у ключевого консультанта, ориентированного на карьеру, у будущего лидера, все начинается со школы бизнеса. Вот сейчас вы проходите школу бизнеса. Какие-то азы сразу нужно знать. Угу. Да? Иначе а что здесь делать? Потому что невозможно работать. Угу. Школа бизнеса проходит в обычные месяцы, первая неделя месяца. Кроме, если совпадает с какими-то праздниками. Например, в марте это будет после 8 марта. Потому что до 8 марта обычно все консультанты, да, занимаются работой с клиентами. Да? Угу. То есть первая или вторая неделя месяца проходит школа бизнеса. Обычно она у нас проходит с понедельника по пятницу, по 2 часа каждый день, в субботу выпускной. То есть это в каком-нибудь, да, там красивом месте, конференц-зале, мы организуем гостевую встречу, приходят гости, у нас какие-то презентации продукции там. Что-то, там чаепитие, там какие-то эти, там развлекушки, и заодно и выпускной. Mm-hmm. То есть все, кто закончил, они с шапочками, конфедератками, да, там, с цветами, с сертификатами, все вот так это помпезно происходит. То есть получается, когда будет уже выпускной в марте, да, вы пойдете с мартовскими спускаться. А где они все? А? Они все. Они когда пройдут в марте, может быть, в марте уже ваших, три ваших новичка и три ваших будут. Mm-hmm. Они пройдут, но выпускной у вас будет общий. А вам это еще есть офисы в других частях? А, нет, мы объединяемся где-то 4-5 директоров. Mm-hmm. И только наши новички участвуют. Mm-hmm. Да? То есть не все директора Алматы, а несколько директоров просто объединяемся. Понятно? Mm-hmm. Так. Понятно? Все начинается со школы бизнеса, да? Потом у вас работа с командой идут, да, обязательно тренинги. Тренинги идут вторник и суббота. Вторник все, кто хочет продавать, да? Суббота все, кто хочет привлекать. А можно и туда, и туда? Да. Нужно, да? Угу. Во вторник идут занятия, как проводить мастер-класс, звонить, да, работать с клиентами. В субботу всегда занятия, как проводить бизнес-интервью и работать с командой. Угу. В субботу занимаются только будущие директора, кто планирует стать лидером в 2019 году. Угу. Теперь клуб ухоженных леди обязательно. То есть, но если вот здесь они могут приходить сами, то консультанты должны приходить с гостями. 3-5 гостей. За троих гостей вы получаете в подарок, да, декоративную косметику стоимостью до 4,5-5 тысяч. Да? То есть у нас здесь такие корзиночки есть, да? За 5 гостей вы получаете декоративную косметику стоимостью до 6 тысяч. Подарок. Понятно, да? То есть, кто привел, он может из корзинки выбрать любой подарок. Понятно? Там вот там декоративная косметика лежит. Понятно, да? То есть, и тем нужно приходить. Этим хотя бы для себя, чтобы попробовать хотя бы знать, чем самому пользоваться. Правда ведь? Да? А к ключевому консультанту обязательно нужно приходить. Почему? Во-первых, самому обучиться, все попробовать, да? И заодно одним махом семерых убивахом, да? То есть это показатель эффективности, да?
Лиза Джонсон, которая вырастила 39 дочерних национальных лидеров, она сказала, что Мэри Кей обучала их закону умножения. То, что можно как бы за один час, да, провести консультацию с одним человеком, да, то можно умножить это на 6 раз, если за один час вы будете работать с шестерыми. Угу. То есть это показатель личной эффективности. Угу. Если вы просто сами пришли на клуб ухоженных леди, вы отсюда без плода не уйдете. То есть вы все равно попробуете продукцию, чему-то научите, сделаете шпаргалку, да, вах-вах-вах, красивее стоите и так далее. Получите хорошее настроение. Угу. Но если вы придете с тремя гостями, то вы сами попробуйте, и они попробуют, и, скорее всего, закажут у вас. Uh-huh. А одна, наверное, подпишется. Uh-huh. А если с пятерыми придете, да, там обязательно парочку купят, и еще две подпишутся. Понятно, да? Uh-huh. То есть, поэтому вы в эти два часа можете получить минимальный результат, средний или большой. Это уже ваш выбор. Uh-huh. Понятно, да? Uh-huh. Поэтому всех своих клиентов нужно ориентировать, чтобы они посещали по понедельникам клуб ухоженных. Да? Прямо нас спрашивают, так, девчонки, что, идем мы на клуб, да, там, и так далее, сегодня вот такая тема, да, там. Ты в следующий раз будет теперь? Понедельник. Вот следующий понедельник. Да. Тогда, наверное, надо всех пригласить на понедельник, чтобы они пришли. Или лучше мастер-класс, или наоборот клуб. Что лучше? Ну, мы позиционируем, да, что мы приглашаем клиентов, да, на клуб ухоженных людей. Давайте проведем во вторник мастер-класс, да. А если у вас кто-то захочет заказ сделать, да, то вы его можете уже в понедельник приглашать. Угу. Угу. Вот. Или вы можете этот абонемент кому-то особо отличившемуся дарить в качестве подарка. Угу. Да? Нет, я имею в виду, в моем случае, как вы посоветуете. Вот сейчас у меня подружки есть, которые заинтересованы, пытаются свой день там подобрать, им удобно или неудобно. Мне лучше как их позвать именно на клуб. Давайте сначала я люблю начинать с мастер-класса, потому что на мастер-классе есть возможность каждому уделить персональное внимание, потому что на клубе уже прям такого индивидуального подбора нет, нет на это времени просто, да? Все пробуют все одинаковое, да, как бы вот такое, а на мастер-классе, да, мы уже налаживаем отношения, да, показываем, да, вот это как бы полностью вот это сердце, а клуб это уже как бы тусовка тех, кому уже нравится. Уже нравится. Поняла. Да? Понятно? Угу. Вот. Понятно. Теперь. То есть. Мне уже нравится. Я написала подробно. То есть полностью вот этот чек-лист должен быть. И обязательно должна быть фокус-группа. Фокус-группа. Это чат в WhatsApp. Угу. Сегодня уже буду добавлять вас, Света. Да? Фокус-группа – это олимпийская сборная. Угу. Есть три пути, по которым может двигаться консультант. Да? Первое называется «сами с усами». Да? Я сама посмотрю, я сама в интернете почитаю, меня не трогайте, я сама, ну, если что, там рассылки. Есть такие люди, вот я сама, да. Обычно, да, у них, как бы, или результата нет, или если он есть, он временный, да, потому что они не могут правильно работать, да. Например, если я... делаю бешбармак не по рецепту, то есть сначала сжигаю мясо в кастрюле, а потом добавляю воду через 2 часа, да, какой я бы харизматичной, позитивной, да, талантливой не была, все равно я в конечном итоге скажу, да нафиг этот бешбармак, чё так тяжело этот бешбармак, вообще бешбармак это не мое, да. Угу. То есть поэтому есть второй, да, вариант, это вот тоже, нет, ваш второй вариант, да? Мой? Да. Второй вариант, это называется абонемент в бассейне. Mm-hmm. Да? Человек, когда подписывает соглашение с компанией, да, он как будто покупает абонемент в бассейн. Он может, когда хочет приходить, он берет безлимитные, да, абонемент. Когда хочет, он приходит.
приходит иногда несколько раз в месяц, иногда раз в несколько месяцев, да? Что хочет, то и делает, да? Приходит, курит на бортике, болтает с тренером, да? Ну, приятно, да, там, не знаю, там, что-то делает. Иногда он что-то поплывет, да? Тренер иногда ему что-то говорит, он говорит, нет, я сам, там, я просто плаваю, там, да? Ну, как бы, у него самодеятельность. У него, чем отличается, да, этот человек? Он, ну, как бы, у него нет никакой конкретной цели, да? Он там ничего не хочет, он просто, как бы, тусуется. Вот. Поэтому у этих людей тоже, да, или бывает какой-то однобокий результат, или он тоже временный, или еще что-то, или вообще нет результата. Да? Большинство пользователей, они тусуются в бассейне. Да? И третий путь – это олимпийская сборная. То есть чем отличается олимпийская сборная от, да, от абонемента в бассейн? Как постоянно надо везде быть. В олимпийской сборной у людей есть большие цели. Да, у них есть конкретный план, по которому они двигаются. Они знают, какую цену нужно заплатить, чтобы стать чемпионом олимпийским. И они готовы ее платить. Постоянно тренироваться. Они тренируются дважды в день. Угу. Даже не один раз, а дважды в день. Угу. Да? Они готовы выполнять все, что говорит тренер. Они 100% послушаются тренера. Тренер скажет 100 раз отжимать, он не будет дискутировать, говорить, ой, у меня там болит, у меня такой возраст, у меня то, все. Он просто тупо делает и все. Да? Тренер сказал направо, он идет направо. Тренер сказал налево, он идет налево. Да? То есть он делает все, потому что он понимает, что тренер ему указывает кратчайший путь к его олимпийской медали. Да? И эти люди, они очень устойчивы ко всяким, да, там, сложностям, когда не получается или еще что-то. То есть они изначально, у них правильное направление. Они знают, что иногда, чтобы этот элемент начал получаться, его нужно сделать 100 раз. Да? И потом еще 100 раз на всякий случай, потому что, но учет того, что когда ты выйдешь уже на Олимпийские игры, ты будешь волноваться, у тебя там то будет, да, у тебя должно быть на автомате. Да? Почему, да, например, там, так прекрасно крутят, да, там, не знаю, вот, смотришь китайские там прыгуны. Так у них это 1000, наверное, 10 000, наверное, 100 000 раз они это делают, да? И окажется, как будто, да, это все так легко, да, без брызг. Да, так прыгает. Но за этим стоит большой труд. И поэтому фокус-группа – это олимпийская сборная. То есть там постоянные задания, да, отчеты, планы, да, анализ, да, обучение, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть там каждый не делает то, что хочет, а он делает то, что лидер говорит. Понятно? И теперь обучение называется дежурство с лидером. Дежурство с лидером. То есть это дежурство с лидером. Это каждый вторник по WhatsApp обучение с миллионерами Мэри Кей. Каждый вторник 2 часа. Да? То есть с 8 до 10. Но до этого там всегда какой-то они скидывают обучение. То есть учиться, если вы хотите каких-то великолепных результатов достичь, да, то нужно учиться у лучших в своей категории. Правда ведь? То есть, если вы хотите стать, например, великим, например, там, не знаю, пловцом, вы, конечно, можете тренироваться у тренера в школе, который у вас там, да, или можете тренироваться у олимпийского чемпиона. Разница есть? Есть, конечно. Поскольку я не позиционирую себя отнюдь как там супер-мега самый лучший лидер в мире, потому что есть огромное количество лидеров, национальных лидеров, которые 100 раз круче меня, да? Поэтому мы где-то около, наверное,
полутора лет, да, назад организовали международный проект, называется он «Дежурство с лидером». Да? В этом проекте, да, вот мы набираем уже последнюю группу, скоро будет уже около 1000 человек, да, с разных стран и городов. И вот как бы один раз в две недели, да, какой-то суперспикер выступает, да, и ну, дает, делится своей историей успеха и дает обучение и отвечает на вопросы. Да? То есть мы даем возможность, то есть Господь нам предоставил такую возможность, а через нас и вам, чтобы учиться у самых лучших. Самых лучших. То есть в следующий вторник будет Баян Шизалаев. Да? Это национальный лидер, который за 4,5 года стал национальным лидером в маленьком аграрном городке Семипалатинск. Денег. А национальным лидером, это значит, она вырастила 18 директоров. Да? То есть это сверхрезультат у нее, да, экстраординарный результат. При том, что национальную часть программы она выполняла лежа на больничной койке. Да. У нее была авария, после которой у нее половина тела вообще раздробилась, половина лица и все. И она перенесла 17 операций, и поэтому да, в это время врачи думали, что хоть бы она самоубийством жизнь не покончила. Да. Ну, потому что, да, обезображено было, да, тело там и лицо. Но она выполнила, да, условия Далласа, ее компания наградила это, и потом она выполнила программу национального лидера. Лежа буквально, да, на койке. Поэтому такие люди, конечно, да, ну, я думаю, для нас это огромная привилегия, да, и честь, это обучаться у суперлюдей, и поэтому вот это обучение нужно там тоже, да, выделять время. Получается, у нас с 6 до 8 проходит это, а в 8 начинается дежурство с лидером. Ну, поскольку оно онлайн, это можно по дороге там, да, и так далее. И ну, обучаться, но в любом случае нужно заранее готовить вопросы. То есть мы в воскресенье скидываем, я историю и обучение от этого лидера. С воскресенья до вторника можно в чат закинуть свои, например, 10 вопросов, которые есть. Да, если у вас, например, во вторник время занято, да, закинуть, и спикеры на все отвечают вопросы. Понятно? То есть это обязательно нужно использовать. Понимаете, это расширяет кругозор. Это вот у нас вот такая сейчас планка, да? А когда пообщаешься такими с успешными людьми, она становится вот такая. Да? Вот. То есть это, да, как работать с ключевыми консультантами. Если ваш ключевой консультант ориентирован на карьеру, он вот это все должен делать обязательно. Соответственно, если вы ориентированы на карьеру, вот это ваше все обязательно. Да? Сейчас вы пройдете школу бизнеса, тренинги, понятно, фокус-группа включая, дежурство с лидером, да, там один раз в две недели, и по понедельникам все время это. Ну, помимо этого, конечно, у нас есть, например, мероприятия, то есть два раза в год проходят конференции, да, по повышению, да, квалификации, обучению тоже, и один раз в год национальный семинар. Вот. Да, в Алматы. Во Дворце Республики это, то, там уже прилетают с Америки, вот такие уже там, ну, и вот там уже идет раздача бриллиантовых шмелей, да, то есть все годовые результаты, там вот парады, да, вечерние платья, там концерты, награждения, да, там эти там шмели, коронации, в общем, там стеллы, автомобили, ну, в общем, все вот такое. Уже вот, ну, это наш праздник, то есть по результатам года все, кто заслужил, должны получить признание. Все, кто не смог, они должны смотивироваться, да, почувствовать, что они это могут, и получить обучение, как это сделать, чтобы в следующем году они могли быть уже на месте этих успешных и получить свое признание за итоги года. Понятно? Да. Ты, кажется, вторник это вечером, да? С 8 до 10 это утром. Что? Вторник с 6 до 8. А, нет. Вечером с 8 до 10. Хорошо, но это по интернету. Вот по WhatsApp. По WhatsApp проходит. Потому что все же с разных этих городов. То есть можно дома сидеть и слушать? Да, да. Ну даже по каким-то причинам быть прос...
ну, не смогли в это время, вы можете хоть в любой момент, а что сохраняете же на телефон. Понятно? Вот. Все, вопросы есть ко мне? Нет. Только надо работать, конечно. Да. Домашнее задание. Вы себе красивенько так составьте теперь. Не мои каракули волшебные, да? А красивенько напишите себе. Вот у вас должен быть план, программа роста по продажам и программа роста по привлечению. То есть конкретно вы должны знать. Каждый, вот вы, например, должны написать, да, вот у меня год. Я, значит, делаю до конца семинарского года. Я делаю, например, кулон по продажам, кулон по привлечению, да? Теперь квартал. В этом квартале я делаю, например, изумрудную звезду, да, и красный пиджак. То есть, что по продажам вы будете делать, что по привлечению. Вы должны знать в этом квартале, что вы будете делать, да. В этом месте, что я делаю, да, например, да, столько-то базовых, да, столько-то новичков. Да, например, 16 базовых, 3 новичка, или там 48 базовых, 3 новичка, да. Теперь каждую неделю, на этой неделе, что я делаю, да, я делаю, да, например, столько-то, да, такой объем продаж, вот такой, да, и один новичок. Теперь каждый день, что я делаю, да, один мастер-класс у меня должен быть, да, и с каждого мастер-класса минимум один потенциальный новичок должен быть, кто, кому я потом буду проводить бесед, собеседование о работе. Понятно, да? Сложное что-то есть? Нет. Выключаю? Или оно уже выключилось?